Пока участники Международной олимпиады школьников по информатике IOI-2016 бросают все силы ради победы, их родители и друзья не теряют времени зря. Каждый из них не упустил уникальной возможности посетить музей истории КФУ и открыть для себя много нового. Тут невероятно интересно. Я убедился в том, что это действительно старейший университет. Особенно удивляет красота здания, а также большое количество институтов. Мне очень хочется, чтобы вузы в нашей стране были такими же. Богатейшая экспозиция музея, насчитывающая свыше 1500 экспонатов, познакомила посетителей с великой историей университета. Многое представленное в музее было известно гостям и ранее, но возможность увидеть историю вживую стала для них приятным сюрпризом. И теперь им точно есть, что рассказать на родине. Я приехал поддержать своего ученика, который участвует в Олимпиаде. Я бы хотел, чтобы он тоже увидел этот музей, но сейчас он занят состязаниями, поэтому я обязательно ему расскажу про опыт и историю Казанского университета. Кстати, я считаю, что в этом университете студенты из Мексики могут получить действительно хорошее образование. Особое внимание посетители уделили исследованиям выдающихся ученых и знаменитых выпускников. Гости не скрывают, что сюда так хочется вернуться и попытаться стать частью большой и дружной семьи Казанского федерального университета. Аделя Мухаммедшина, Ильнур Насыбуллин, Универньюз.